Драгоценный, но камень. Теперь он пьяный пан. Приветики из Москвы. Приветики из Москвы. Приветики тебе из Беларуси. Из Минска. Приветики, приветики. Почему у нас так стало мало? 25 человек. Где все? Все повыходили. Ой, приветики. Ты будешь в этом «Слово пацана» сниматься? Ты знаешь, я посмотрела сериальчик, короче, «Слово пацана». Ну, знаешь, если бы не столько много негатива, в принципе, негатив такой, знаешь, там, у нас уже 40, ура, уря. Короче, там просто было вот «Слово пацана», да, очень много негатива. Там в основном такое какое-то вот все. Для меня, в принципе, он был тяжеловат. Ну, такой, ну, песенки, конечно, классные. Мне понравились такие, да. Парни красивые. Парни, конечно, Марат особенно. И Адидас мне очень понравились. Прям вообще такие. Парни, вот ради красивых парней стоит посмотреть «Слово пацана». Я люблю темных парней. Не люблю блондинов. Я сама темненькая, видите. Я люблю брюнетов, короче. Мне нравится... Мне нравятся, короче, брюнеты. А кем ты там будешь сниматься? В массовке или что ты там? Боже, какая ты красивая. Спасибо. Там же переснимали эти две серии. Мы посмотрели. Я, короче, посмотрела... один, типа, эту... Как называется... выпуск. Потом уже пересматривала, потому что две серии пересняли по-другому. Ну, такой, знаете, типа, ну, такой сериал, если честно, немножко мрачноватый. Для меня вот, я люблю такое что-то на позитиве, я люблю такое что-то веселое, а там такое вот какая-то вечно трагедия, вечно какие-то проблемы, вечно какое-то такое. Ну, так парни такие, ничего. Хотя Адидас блондин, да, и мне так зашел, он такой нормальный. Актер, не знаю, что за актер такой, но красивенький. Привет, ты человек, не помню, конечно, о тебе. Где посмотреть три серии, которые пересняли? А я не знаю. Я, честно, не знаю. Мне просто, я не одна смотрела, мне просто его включали, эту сериал. И поэтому где-то там, ну, я не знаю, пересняты эти серии там. Конечно, могли вот эту вот Айгуль немножко продлить, Любовочку, потому что Любовочка мне такая нравится. Я бы вот про Любовь бы смотрела. Про Айгуль там и девочка красивая, в принципе, Айгуль была. Ля, ты красотка, спасибо. Сережа мой, как твои дела? Как ты там без меня скучал? Привет, красавица, привет. Привет с наступающим. Привет с наступающим Новым годом. А меня игнорит, а я на позитиве. А что я тебе игнорю? Просто много сообщений, я не это... А вы видите, да, что у нас 50 человек, да? Или вы не видите, что у нас 50 человек? Просто, может, мне так высвечивают, что 50? Он просто не может. Он болит. Лучше бы... Ой, же, что-то, знаете, я сходила в этот ресторан, лучше бы не ходила, что мне так плохо теперь. А, я хочу вам сегодня рассказать. Слушайте, пошла, короче, я в ресторан. Безумно сильно, ну, я рада. Любовь не пришла еще? Ты меня еще любишь? Ты меня еще любишь? Я сегодня, короче, пошла в ресторан. Слушайте, я вам расскажу одну интересную штучку. Не штучку, а вещь. Не историю, просто интересную историю. Сижу, короче, я пью коктейльчик, такая деловая принцесса, короче. И тут парень с девушкой приходят, ну, садятся за столик. И приходит официант и ложит меню, и девушка начинает выбирать себе заказ. Ну, и она такая говорит, это было «Васильки», знаете, в Данамол такой, этот ресторан «Васильки». Ну, короче, слушайте, и она начинает. Я хочу, короче, драники, я хочу там что-то еще, горшочек хочу, то, и пиво мне принесите. Ну, а пацан такой сидит, типа, как я понимаю, он такую сумму не рассчитывал, наверное, или что. И такой, типа, слушай, может быть, как-то, ну, он говорит, давай что-то не будем заказывать, да. Она такая, не, типа, я хочу, типа, я буду, ну, как бы, извини, но я хочу и буду. И так перед официантом такая, ну, ты чё, ну, я хочу, ты что, типа, тебе жалко.
Он такой, нет, мне не жалко, типа, хорошо. Ну, в итоге я такая сижу, приносит там всю эту еду, короче. Приносит ей всю еду, и сидит такой пацан, просто пьет кофе, и это баба, там у нее три тарелки, плюс пивас стоит. Я такая думаю, ну, неплохо такая, типа, чукуля, да, такая, типа, тарелочница, да? Думаю, неплохо так пацана развела. Сережа, ты прикинь, а мне подарили iPhone 15 Pro Max. Я сейчас сижу с 15-го айфона в эфирчике. Ты понимаешь, мечта моя сбылась. И я такая думаю, блин, еду на 53-м троллейбусе с 15-м айфоном, что-то как-то не то. Хотя как вам... Пошел бы, типа, в туалет и свалил. Ну, короче, я просто говорю, понимаешь, я так и думаю, да, вот у меня вот только наглости, знаешь, у меня вот столько наглости уже как бы не было. Я никогда просто не требовала с парней, там, типа, ну, как бы, знаешь, я всегда, типа, рассчитываю на себя, беру, типа, с собой деньги, те, которые я могу за себя заплатить. Даже это первая встреча, да, ну, и парень такой, типа, ну, там, у меня с собой 50 рублей, я максимально беру на 50 рублей, потому что вдруг он скажет, типа, плати, и, типа, тут она такая, я еще и пиво хочу, типа, и пиво хочу, и все хочу, и пиваса, и купи, и хочу, и буду, типа, ну, знаешь, так. Я такой, типа, думаю, ни хрена себе, девушки такие, да, пошли сейчас. Это нам тяжело, наверное, вот реально. Парням тяжело. Какой-то добавляется к нам мужчина, у него 35 зрителей. Как вы думаете, может быть, попробовать батл выйти? Но я тогда на него ходила в батл и... Не знаю. Не буду. Привет. Сколько человек показывать у вас зрителей? Скажите, мне показывают 57. Ой, спасибо за туфельки, спасибо. Ты... Очень-очень красивая. Прям очень-очень красивая? Или ты шутишь? Прям, если прям очень-очень, то я такая буду довольная. Откуда актив? Какой актив? Ну, просто я не заходила, я просто зашла, и все. Теперь у меня нормальное качество. Я такая сижу, теперь такая, типа, всем добрый вечер. Прекрасно выглядит. Спасибочки, солнышки. Спасибо большое. Что думаешь насчет вечеринки? Насчет вечеринки Ивлеева? Я вам хочу рассказать по поводу этого. Я должна была сегодня уже выезжать в Москву. У меня был концерт запланированный. Я хотела попасть на Анну Асти. Она выступала в клубе «Джипси» в новогоднюю ночь. И, в общем-то, чтобы вы понимали, билеты куплены в Москву. Билет куплен на концерт Анны Асти в этот клуб. И все.